В городском округе активно продолжается подготовка к Новому году. В этом году на территории города будут работать 15 открытых ледовых катков в разных частях города. На 6 площадках будут организованы прокаты. Это Дворец творчества, картинная галерея «Мирас», городской парк культуры и отдыха, а также в селе Энергетик и Амзя. В эти выходные заработает самый большой каток в районе Телевышки, вход на него бесплатный со своими коньками. Также имеется возможность проката. Также принято решение организовать каток на тропе здоровья. Закольцованная ледяная дорожка будет проходить по самой велотропе в лесопарковой зоне от территории лыжной базы. Она будет соответствовать всем требованиям безопасности. Кроме того, обустраивается открытая площадка для игры в хоккей на валенках. С 10 декабря большая часть ледовых площадок начнет свою работу.